С 19 октября у моста Единства на улице Даугавас ведется основательный ремонт кольца кругового движения. Для разгрузки улицы от заторов Даугавпилскому самоуправлению удалось получить все разрешения и договориться о проведении работ в ночное время, начиная с 8 вечера. Руководство города намерено и впредь следить за тем, чтобы работы на особо интенсивных участках движения проводились ночью, не затрудняя передвижение автотранспорта. Надо сказать, что Даугавпилс достаточно давно не встречался с таким вопросом. По ночам работы не велись по многим причинам, но вот сейчас все-таки решились на это и, видимо, сделали правильно, потому что пробки в дневные часы, в утренние часы исчезли совершенно. Ну а в результате того, что объявлен локдаун, в ночное время здесь работы могут вестись совершенно спокойно. Кольцо кругового движения у моста Единства уже давно нуждалось в ремонте из-за сильной изношенности покрытия. Теперь в этом месте планируется полностью отказаться от брусчатки и уменьшить наклон дорожного полотна на круговом перекрестке. Все эти работы, если не подведут погодные условия, исполнительно завершить до 2 ноября. Между тем, сейчас самоуправление осуществляет закупку на разработку проекта по капитальному ремонту самого моста. Сооружение уже давно нуждается в серьезном обновлении. Требуется улучшить гидроизоляцию, предотвратить коррозию бетона, вычистить соединения и шарниры. В ближайшем будущем также предстоит провести ремонт улицы Лейла на Гриве, на участке от моста Единства до моста через реку Лауцесе. Наряду с текущими и запланированными ремонтами, на уровне самоуправления вновь актуализирован вопрос о проекте второго моста через Даугаву, призванного разгрузить поток машин в черте города, в особенности грузового транспорта. В настоящий момент рассматриваются варианты сооружения вблизи железнодорожного моста у Даугавпилской крепости или у пересечения улиц Лейла и Селиес на Гриве. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилского городского самоуправления.